Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons. Соедини драконов. И сейчас я хочу пройти уровень, который называется Драгами с двумя знаками вопроса. Это секретный уровень, который находится вот здесь, вот в этой вот скале фиолетового цвета. Ну что ж, давайте попробуем его пройти. Два кубка нужно, чтобы его сыграть. Вот такой вот островок я вижу. Знакомимся с заданием. Для победы нужно создать грибы-синебрюшники. Две штуки. Так, звезды. Соедините предметы на мертвой земле. То есть нужно будет соединять. Соедините крошечные магические монеты 5 сразу. И коснитесь любого куста, чтобы собрать грибы. Так, вижу листики. Листики. Два листика третьего не вижу. Наверное, полетят листики. Сейчас подождем немножко. Потому что я опять же не вижу здесь ни яиц, ни дракончиков. Значит, нужно будет все доставать. Надо будет все соединением. А листиков я не вижу. А, вот так. Вот, я зато увидела вот что. Увидела вот что, и вот у меня листик. Есть! Да, оказывается, листиков-то никаких и не будет. Соединяем все, что можем соединить. Так, где же сердечко взять? Давайте дальше. Вот так вот. Есть. Вот первое сердечко освободилось. Главное на него не нажать, чтобы оно не улетело. Деревце. Вот ягодка. Монетка первая. Надо было 5 монеток соединить, пока ее отложу в сторону. Значит, могу ли я что-то еще здесь вот вытащить? Могу. Раз. Два орешка. Вот листик у меня еще один остался. Есть. Еще одно сердечко. Ой, хорошо, что я не запустила вот эту вот сферку. Так, еще одна сферка. Так. Орешки вот пока не проросли. Есть. Монетка. Мне нужно, как я понимаю, вот. Так, соединяем деревья и получаем малинку. Вот, есть еще одна ягодка. Вот еще одна монеточка. Сейчас она освободится. Есть. Так, а мне 5 монеток сразу нужно соединить. Значит, пока еще не трогаю монетки. Что я могу? Теперь я могу вот кустики соединить. Так, грибочек, один кустик. А, мне надо грибы вначале эти достать. Достать грибы. Грибы. Хорошо, запускаю тогда. Звезду я получила за соединение. Больше не надо получать соединение. Могу тогда вот это все запустить, освободить. Вот, 5 монеток вместе соединила. Есть. Теперь мне нужно еще из кустиков получить сущность. 3. Только из этих кустиков сейчас посмотрю. Из любых. Тогда соединяем кустики. И получаем еще один. Вот. О, фиолетовая звезда прилетела. Классно. Это мне нравится. Так, один грибочек, второй грибочек. И соединяем грибочечки. Так, 1, 2, 3, 4. И вот 5. Здесь надо было 5, главное, соединить. Так, все 3 звезды прилетели у нас. Можно вот забрать с них все, что они дали. Фиолетовую звезду забираем в лагерь, не трогаем ее. И получаем 2 гриба. Вот и все. Вот и уровень пройден. Без дракончиков, без суеты. Звездочку забираю в лагерь. Самое крутое приобретение. Так, магическая монетка. Остальное грибы нам предлагают здесь купить за 50 самоцветов и кустик. Вот на этом как раз-таки и закончился вот этот вот как бы уровень драгами. Следующий будет это гнилой лес.
пока, наверное, последний. Вот тут у меня драконья заканчивается пока. Наверное, гнилым лесом все закончится. Хотя, кто знает, может быть, в такой вот эти два островка будет гнилой лес, а дальше что-нибудь другое пойдет. Будет видно. Возьмем в следующий раз. А пока всем спасибо за просмотр. Пока-пока.